Вот это что вообще такое? У нас выпала одна кофта, и мы теперь ее не можем найти, и походу нужно вызвать полицию. В общем, дело в том, что я опаздываю в аэропорт, как обычно. Три чемодана, и я одна. Три чемодана, и я одна. Три чемодана, и я одна. Ну, собственно говоря, мы едем в Милан на неделю моды. Где ж Мурат? Тебя ищу, тебя забуду по ресторанам. Не люблю путешествовать без Мурата, потому что никто не таскает чемоданы, блин. Итак, аэропорт, Москва. Настя думает, что она не попадет в кадр, а она попадет в кадр. Также еще будет Настя фотограф и Кирилл. Наш оператор и монтажер. Мы в Милан, Москва нас провожает солнцем. Мы разобрались с чемоданами, но я сейчас видела несколько главных редакторов, которые тоже стоят у стойки, оплачивают перевес, поэтому это нормальная практика. Ну что, мы прилетели в Милан. Сегодня уже насыщенный день. И вот Настенька, это наш фотограф, который с нами путешествует. А вот и Кирилл. Там он тот, вон. Синий. Красивая машинка, на которой я буду передвигаться всю неделю моды. Обычно ездят на таких черных больших минивенах. У меня в этот раз будет такая модная машина, синяя. Я, кстати, подхожу по цвету. Не знаю, как мы вчетвером туда вместимся, но... Где наш человек не пропадал? Заселились в отель. Небольшой такой номер, но очень модный. Всем привет. Вот я. Вот такая моя постель. Очень милая ванна. Проблема в том, как разместить все вещи. Случилось чудесное преображение. За полчаса я переоделась, быстренько вот перекусила. И мы едем на интервью для Glamour Италия. И после него идем на шоу Moncler. И день будет закончен, я буду готовиться к завтрашнему дню, но это уже будет ночью. Поэтому побежали. Где ключ от номера? Мы идем на шоу Moncler. В этом году они сделали такой эксперимент. Они сделали коллаборацию с несколькими дизайнерами, абсолютно разными, которые сделали для них специальную коллекцию. То есть каждые два месяца в продаже будет выпущена новая коллекция, новая коллаборация Moncler. Вообще будет нетипичное шоу, нетипичная дорожка, а будет как-то несколько сделанных представлений. Очень интересно посмотреть, что это будет. Неделя моды открыта. Первое шоу. Ребят, первое правило никогда, никогда не останавливаться при охраннике, если тебя пропускают. Начался
Мы все вот так вот выбегаем. Ничего не успеваем, опаздываем на первую примерку. Первая половина дня будет в примерках и встречах. У меня будет очень моя любимая встреча с брендом Касаде. А потом начнутся показы. Сегодня 3 показа. Потом еще будет ужин. Я буду переодеваться. Как вы заметили, на мне много таких однотонных вещей. Видите, сейчас синий такой лук. А это зеленый. В общем, я собралась. Я что-то нервничаю. Мне кажется, грязная камера у меня. Поехали. Настя, какая у нас сейчас первая локация? Метро Виас Покрашево 3. Покажу. Вот. Белое платье, такая рубашка, и это будет очень красиво. Чао, see you on the show. Bye, take care. Вот так. Была самая быстрая примерка. Чао. Ты ее видела? Да, у нас есть видео. Она села в машину и уехала, и мы припарковались на место. То есть мы были почти... А ты понимаешь, совсем недавно она была рядом с королевой матерью. Уже не первый год я встречаюсь с талантливыми людьми во время недели моды. И вот есть такая замечательная девушка, которая делает вот такие скетчи, фэшн-скетчи. Я сейчас покажу. Это очень красиво. Это очень красиво, спасибо. И таких людей должны знать в лицо все. Очень красиво. Круто. Показ N21. Посмотрите, какая красота. Yeah.
прошли час с того момента, как мы начали работать сегодня. Ребят, это не так уж и просто, это всего лишь второй день, а еще впереди весь план и весь Париж, но мы держимся молодцом. Хочется спать. Под вечер, да? Мне кажется, я сейчас заплачу, мы ужасно опаздываем на первое шоу. Я, мне кажется, одета как ужасно вообще, просто сейчас заплачу, мне кажется. Ничего не успеваем, в общем, дождь идет и какой-то бред. Я надеюсь, что мы не успеем на первое шоу и у меня будет все в порядке с настроением. Ну что, показ начинается, и вот первый лук Макс Мары. И снова леопард. И снова здрасте. Идем на бэкстейдж Макс Мары. Сейчас... Возможно, увидим всех супермоделей, как они переодеваются, одеваются. Поздравим дизайнера. В общем, идем. Дона Луис выглядит на парке. Вот он сам бэкстейдж, вот дизайнер. Сейчас самое красивое — это inspiration board с коллекцией. Сейчас покажу. Адели. На презентацию Касадеи, любимой. И сейчас мы видим всю семью Касадеи. Они, как обычно, придумали что-то интересненькое. И они очень часто делают презентации именно в этом здании. В каком-то историческом, красивом дворце. Ну, пойдемте посмотрим. Будет куча людей. Разных моделей. Покажу мои самые любимые. Мне кажется, это будет хитом. Вот такая вот обувь. Видите, каблучок такой в чехольчике. Классно. И лаковые есть черные. И есть вот белые. Но мне кажется, очень ходовые. И с джинсами. Ну, с джинсами, скорее всего. И мой абсолютный фаворит — это туфельки для вечеринки. Вот, сейчас я вам их покажу. Туфельки для вечеринки. Видите? И они такие с носочком. Для нас, русских, это просто спасительная модель, потому что всегда зимой хочется надеть туфельки на какую-то вечеринку, но в них холодно. А тут есть такой носочек. Это гениально. Ну и Восток. Вот такая вот обувь. Очень ярко, мне кажется, с такой обувью нужно надевать просто джинсы и... или быть просто в черном, чтобы люди обращали внимание только на обувь. В общем, нам прислала Луиза Виарома одежду. Шли между отелем к машине. У нас выпала одна кофта. Мы теряем, не можем найти погоду, нужно вызвать полицию. Итак, третий день. Третий день? Какой день-то сейчас? Сколько мы ее в Милане? Боги, кто я? Эй,
знаю, привет, как дела, хорошо.